А значит, теперь мучается Александр. Чтобы вы поняли, обернись копей. Покажи на сугроб, на котором мы стоим, и скамейку. Обернись. Скамейка тоже решила стать низкой. Попробуй меня раскачать. Сейчас попробую, мой маленький долбоёбик. Пришёл домой. Давай. Как всегда опять. Какой ты, сука, тяжелый, как тебя кормят-то, блин. Хорошо кормят. Я вижу, блядь. Полтонны весишь, сука. Сейчас качели, блядь, ёбнутся на меня, долбоёб, блядь. Я стол. Ай, блядь! Нога ебучая! Ааа! Больно в ноге, сука! Блять, пиздец нахуй, он мне ногу еще пробил, блять, выстрелом в ногу, блять. 28 по жизни маршем. Охренеть. Кинжалище ебучее. Так, сейчас Александр будет есть острое. Давай, и картофан ебать, давай. Картофан тоже. Мой дом был картофан. Ну, картофан еще. У нас, по-моему, картошка, не? В смысле, блин? Топ-кольца? Там еще есть. Ну, а, наггетс. Наггетс возьми. Наггетс. Надо еще и найти, а не там. А мне уже признаться, все равно. Ну как? Запивать не надо? Мои друзья. Ну это первая часть, сейчас будет вторая часть. Так? Вторая часть. Нашего Но у тебя холодный кофе, который ты уже выпил, да? Придурок. Пей, ешь. В общем, у нас есть молочный коктейль. Сейчас я буду страдать. Оно горячее. Смотрим. Не всегда смешно и очень злюсь. Когда мне говорят, что жить вот так, как я сейчас нельзя. Так я же быстро живу. Но почему? Подожди, когда я себе возьму? Давай, медленно. Я живу, на это не ответить никому. Кстати, реально ты намеренно живешь, а ты медленно. Мои друзья всегда идут. По жизни маршем. И остановки только у пивных. Пожевал. Нормально. Ты, главное, воздух ртом не вдыхай, а то тебе будет жопа. Наггетс нашел. Угу. Пробуй. Давай. Организм уже подготовился. Что, давай закусим бургерами? Так мы же еще это не заели. Можно пить? Попробуй. Нормально.
Это говяжий. Это говяжий. Словно куча лома. Я бездельный пол.